Уважаемые участники, уважаемые родители, представители команд, от лица главной судейской коллегии рад приветствовать вас в спортивном комплексе «Комсомолец» на чемпионате первенства и республиканском турнире по ушу в разделах «Сэньда» и «Таулу». Зрителям красивых зрелищных боев, спортсменам поменьше травм и всем хорошего спортивного праздника. Слово для приветствия предоставляется заместитель председателя Республиканской Федерации УШУ Печко Николаю Альфредовичу. Уважаемые друзья, на самом деле приятно находиться в городе Витебске, в том городе, где проходили и раньше очень зрелищные, интересные республиканские соревнования. Это оказывает только у нас культурный центр Республики Беларусь, но и спортивный. Благодаря Организационному комитету и Витебской областной федерации в лице Валентина Геннадьевича проведена большая работа по организации нашего мероприятия. Поэтому еще раз хочу сказать, что очень приятно находиться в Витебске. Успешных вам выступлений. Как можно меньше травм ребятам. В Таулу я знаю, что будет высокий уровень мастерства и зрелищные выступления спортсменов. Поэтому удачи и всего самого хорошего на соревнованиях. Парад. Все внимание на флаг Республики Беларусь. Thank you.
Я думаю, к чему стремиться и добиваться высоких результатов на международной арене. Пора направить.